Не так я надеялся провести этот вечер. Я знаю, на что вы рассчитывали. Так лучше, поверьте. На кого ты работаешь? На Клементьева, да? Он все еще полагает, что без него мы не можем реализовать товар? Я думала, генерал Стародуб отвечает за экспорт. Стародуб. Ширма, мелкий лавочник. Недостоверная информация опасней пули. Знаменитая черная вдова. А на поверку очередная хорошенькая рыжая разведчица. Вы думаете, что я хорошенькая, правда? Передай Клементьеву, что мы и без него пристроим танки. Скажи ему, он выбыл. Хотя... Говорить ты уже вряд ли сможешь. Да? Это ее. Ты слушай внимательно. Вы на Селенской Плаза, 1-14, третий этаж. Наш F-22 сейчас в 10 километрах от вас. Дай ей трубку, или я разнесу квартал, прежде чем ты доберешься до лифта. Ты нам нужна. Ты шутишь, и я работаю. Есть дело поважнее. У меня допрос в самом разгаре. Этот идиот уже начал мне все сливать. Что я ей сливал? Ничего. Слушай, ты не можешь меня сейчас выдернуть. Наташа. Бартон, перебежчик. Трубочку не вешай. Где Бартон сейчас? Мы не знаем. Но он жив? Мы полагаем, да. Я все тебе расскажу, когда вернешься. Но прежде встретишься с большим парнем. Колсон, ты знаешь, для Старка я последняя, кому он станет доверять. О. Я займусь Старком. Твой великан. Боже мой.